Здравствуйте, это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко о главном. Больше рыбы, больше денег. В Кизляре задержаны браконьеры с огромным уловом рыбы осетровых пород. Опреснение и очистка. Инженерная компания «Водоком» теперь и в Арктике, где тоже необходима чистая пресная вода. Подробнее через пару минут. Аквагрим и рукоделие. Мастер-класс по рисованию и лепке. На Родопском бульваре прошел праздник для мамы и детей. Фестиваль рукоделия. Двоих браконьеров задержали пограничники в Кизляре, когда те погружали рыбу осетровых пород. В багажнике машины УАЗ «Патриот» обнаружили 170 экземпляров с общим весом более 600 килограмм. Ущерб государству посчитан, он составил более 23 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мэрия Махачкалы обратилась в полицию из-за выброса мусора в кор. В социальных сетях накануне распространилось видео с плавающими отходами на поверхности водоема. На кадрах жительница Махачкалы пожаловалась на антисанитарное состояние канала Октябрьской революции. Межведомственная комиссия мэрии обследовала открытые участки канала и подтвердила этот факт. Было опубликовано видео, где зафиксирован факт сброса бытового мусора в канал Октябрьской революции. Административно-техническая инспекция совместно с отделом муниципального контроля по советским районам выехали на место для проведения обследования территории. На участке канала Октябрьской революции был зафиксирован остаточный мусор. Для установки лиц, совершивших правонарушение, обращение направлено в отдел полиции, отмечает пресс-служба мэрии. Кроме того, будет выдано предписание дирекции КОР об очистке водоема. Дагестанская компания поставляет очистные сооружения в Арктику. Туда для российских специалистов будут отправлены мобильные станции опреснения морской воды и канализационные очистные сооружения. Эту ответственную работу выполняет махачкалинская инженерная компания «Водоком», которая имеет большой опыт работы в данной сфере. Как проходит подготовка на производстве, узнавал наш корреспондент. Сегодня эксперты называют чистую пресную воду нефтью будущего, но в таких регионах, как Арктика, ее не просто добыть. Компания из Дагестана поставляет оборудование для очистки воды, тем самым помогая российским ученым в освоении региона. Проект знаковый для компании, так как оборудование будет использоваться в условиях Крайнего Севера. Мы постарались учесть все сложности, которые могут возникнуть при транспортировке данного оборудования морским и воздушным транспортом, а также особенности эксплуатации оборудование в условиях крайне низких температур, до минус 60 градусов. Для сохранения эксплуатационного режима эксплуатации оборудования мы применили самые эффективные материалы. Это экструдированный пенополистирол и напыляемый пенополиуретан. Уже более 13 лет компания «Водоком» занимается решением вопросов очистки воды по всей территории страны. По словам специалистов, для них основной миссией является развитие территории с сохранением природных ресурсов. Здесь стоит опреснитель морской воды и снегоплавильная установка. То есть вода морская опресняется, делается пригодной для питьевых нужд и накапливается в резервуарах чистой воды. Что касается снегоплавильной установки, она плавит как утрамбованный снег, так и лед. Канализационная очистная станция биологической очистки представляет из себя станцию, размещенную в модульном здании контейнерного исполнения. Очистка происходит биологическим путем. При необходимости в сток дозируются необходимые реагенты. Очистка воды происходит до норм предельно допустимых концентраций для сброса. Проект поставки в Арктику важный для компании, однако не единственный. Производство не остановили для потребностей местного рынка. Для Дагестана 2021 год можно смело назвать годом туризма и массовых застроек. Но есть и обратная сторона. Параллельно с ростом мест отдыха снижается качество воды. Наша компания готова помочь с вопросом водоотведения путем поставки оборудования для очистки источных вод, для туристических лэмпингов, гостиниц, санаторий, домов отдыха, как в прибрежной зоне, так и в горной части нашего региона.
Работа по очистке и опреснению воды непростая, но важная. Ученые в российской Арктике нуждаются в инфраструктуре для проведения исследований. А дагестанцы в качественной воде для жизненных нужд и комфортного отдыха. Ведь вполне возможно, что чистая пресная вода в перспективе станет более важным ресурсом, чем нефть и газ. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Госсельхознадзор добился ликвидации несанкционированной свалки в Дагестане. В апреле текущего года в адрес ведомства от местных жителей поступила жалоба, в которой сообщалось о несанкционированной свалке на землях сельскохозяйственного назначения вблизи села Янгикент Кайтакского района. Площадь ее составила 0,3 гектаров. Управлением Россельхознадзора было направлено письмо в муниципалитет с требованием устранить данную несанкционированную свалку. Представители администрации оперативно отреагировали и в краткие сроки очистили сельхозземли от мусора. В Махачкале продолжаются масштабные работы по ямочному ремонту. С раннего утра ежедневно работы ведутся на нескольких точках. Сегодня дорожная служба залатала неровности по улице Железнодорожная и Гамидова. Отмечу, что в ночное время работники МБУ Махачкала проводят подготовку дорожных покрытий, а на утро уже приступают к укладыванию асфальта. К другим темам. Сегодня более 8 тысяч выпускников Дагестана сдали ЕГЭ по русскому языку. Стоит сказать, что в этом году по решению Минпросвещения и Роспотребнадзора выпускники, планирующие поступление в вузы, сдают один обязательный ЕГЭ по русскому языку. Остальные экзамены по предметам на выбор. ЕГЭ по русскому будут сдавать два дня – 3 и 4 июня. В эти дни по республике организована работа в 62 пунктах. Результаты будут известны не позднее 22 июня. На Родопском бульваре прошел фестиваль рукоделия. С предложением провести в столичное управление обратились молодые мамы. Здесь бесплатно проводились мастер-классы по рисованию и лепке. С детьми работали волонтеры, наносили желающим аквагрим и учили их различным методикам рукоделия. Мы собрали всех очень интересных рукодельниц. У нас представлены разные продукции, ну, можно сказать, да, вот дети, взрослые, то, что все, что творят своими руками. Одна из участниц фестиваля, Амина Мусаева, изготавливает кукол уже на протяжении 4 лет. Говорит, что занятие ей нравится и у нее много единомышленников. Свои работы Амина продает через страничку в сети Инстаграм. Ну, сама ткань для кукол из хлопка. И в основном тоже хлопковый материал используется. Для там, подъюбника можно сетку, сатин и что-нибудь такое. Потом обувь у нее из кожи, а волосы из натуральной козы. Горожане с большим удовольствием стали гостями фестиваля и выразили надежду, что таких праздников для молодых мам и детей будет проводиться больше. Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков выиграл чемпионат России, проходящий в эти дни в Ханты-Мансийске. Махачкалинец был вне конкуренции в весовой категории до 55 кг. Набрав в сумме двоеборье 230 кг, Гаджибеков повторил собственный рекорд, показанный на победном Кубке России в феврале. Так воспитанник тренера Гусинхана Закарьяева опередил своего ближайшего преследователя из Санкт-Петербурга на 8 килограмм. Отметим, что для Дагестана это золото чемпионата страны стало первым в истории тяжелой атлетики. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать к этому часу. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Всего доброго, до свидания.